5000 рублей, обещанные премьер-министром, начнут выдавать пенсионерам через месяц, 13 января 2017 года. Единовременную выплату доставят почтальоны. Почтальоны доставят выплату на дом. Если пенсионеров не застанут, в почтовом ящике будет лежать уведомление. Деньги можно будет забрать в ближайшем отделении связи. Сделать это нужно до 28 января. Если получатель не успеет, то 5000 прибавят к февральской пенсии. Дополнительно обращаться в пенсионный фонд или подавать заявление не требуется. Все списки уже готовы. Почта России доставит единовременную выплату 15 миллионам россиян. Еще 28 миллионов человек получат деньги через банки. В те же сроки, до конца января. В целом выплату получат все категории пенсионеров, включая работающих. Это 43 миллиона человек.